Добрый вечер, дорогие друзья! С вами в этот воскресный вечер «Энергия удачи». Мы приветствуем всех, кто смотрит телеканал Рика ТВ в прямом эфире для вас и для наших участников проекта «Энергия удачи». Моя соведущая сегодня Гульдана, менеджер торгового дома «Энергия». Ну а мы не перестаем каждое воскресенье в 19:20 напоминать вам: остановитесь на красном. С вами программа «Энергия удачи». И мы приветствуем под аплодисменты в нашей студии учащихся 40-й школы, которые сегодня будут выигрывать деньги, зарабатывать, конечно же, правильно отвечать на вопросы и зарабатывать деньги. Итак, ребята, ну, простите, что вы пришли, конечно, в каникулы. Давайте с вами знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Шадия. Учусь я в 40-й школе, в 10-м классе. А скажи, пожалуйста, твой любимый предмет в школе какой? Это, наверное, химия. Химия. Угу. То есть ты хочешь поступать именно по своему направлению, если ты часто изучаешь химию. Это хорошо. Как зовут вас? Здравствуйте, меня зовут Асет. Я учусь в 40-й школе, в 9-м классе. Вот, здорово. Здравствуйте, меня зовут Рошан. Я Какая учусь... леди красивая. В 10-м классе. Так. Любимый предмет – это английский, который… Английский. Да, выбираю 5-й предмет на ЕНТ. Слушайте, ребят, ну вот я честно вам не завидую, но ни в коем случае не хочу вас уговаривать, чтобы вы сдавали экзамены, а не единое национальное тестирование. А теперь давайте посмотрим, какие нас сегодня ждут вопросы и по каким темам. Внимание на экран. Сегодня мы вместе с вами, телезрители тоже, будем угадывать и правильно отвечать на вопросы по истории Казахстана, математике, биологии, правила дорожного движения, музыка вокруг нас и флаги стран мира. Здесь нужно угадать, какой флаг и какой стране он принадлежит. Вот чем это все, что мы сегодня вам предлагаем. Итак, начинаем с вас. Шадия. Шадия, начинаем. Выбирайте тему, которая вам по душе. Давайте математику. Вопрос по математике. Внимательно слушайте, ребята, и быстро нажимайте на кнопку. За каждый правильный ответ вы получаете денежный приз. Кто набирает наибольшее количество правильных ответов, мы ему предлагаем сыграть в суперигру. Вы можете также отказаться от суперигры, тогда вы будете с нами и играть, уважаемые телезрители. Наш телефон 222-333. А теперь вопрос. Какое число надо увеличить в 15 раз, чтобы получить 15? Один. Совершенно верно. Раушан была первой. Раушан, переход хода к вам. Давайте выбирайте тему. Давайте. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Сейчас звучит песня. Ваша задача угадать. Мы кое-где, наверное, попытаемся помочь или нет. Как вы думаете? Нет? Поможем. Поможем. Давайте. Раушан. Бритни Спирс. Это Бритни Спирс. Знаете песню? Нет. На букву «Ст» – «Стронджер». А, да, вспомнила. Все, молодец, Раушаночка. Давай выбирай еще одну тему. Может, ПДД? Правила дорожного движения. Правила дорожного движения. Я что-то ты ПДД назвала, я сразу мозг свой не переключил. Да, потому что целый день на съемках, и вот получается, что уже отключается, да, организм. Итак, сейчас на экране знак, нужно угадать, что он означает. Это? Хорошо. Двустороннее. Совершенно. Молодец, Рушан. Выбираем тему. Можно музыку еще? Можно музыку, хорошо. Слушай музыку. Павел Воля. Павел Воля. А чужить как? Шадья. Офигенно. Офигенно. Да, здорово, молодец, Шадья. Выбирай тему. Правила дорожного движения. Правила дорожного движения. Этот знак что означает? Так, Раушан. Сужение дороги. Сужение дороги, совершенно верно. Умница, молодец, выбирай тему. Давайте математику. Математику. Итак, укажите наибольшую дробь 2 трети, 3 четвертых, 1 вторая. Укажите наибольшую дробь 2 трети, 3 четвертых. 3 четвертых. Совершенно верно, 3 четвертых, молодец. Выбирай тему. Давайте правила дорожного движения. Правила дорожного движения. И это внимательно, потому что тут вот постоянно я путаюсь. Сам даже когда. Я знаю. Пожалуйста. Вообще запрещен? Нет. Нет. Попробуйте вы, Руша. Это однопутная. Однопутная? Железная дорога. Да. Совершенно это молодец. Правильно. Слушай, я его не знал, сейчас честно. Что я сказал? Не дай бог, сейчас смотрят гаишники. Потом будет у меня вопрос, когда остановят, скажут. Признался же телеведущий, да, что знак такой ему неизвестен. Хорошо, выбирайте, Руша. Биология. Вопрос по биологии.
Этому замечательному прыгуну его хвост помогает держать равновесие. Этому замечательному прыгуну его хвост помогает... Обезьяна? Осет? Нет, не обезьяна. Прыгун кто у нас? Может, кенгуру? Совершенно верно. Это кенгуру. Молодец. Выбирай тему. Давайте еще одно правило дорожного движения. Еще правило дорожного движения. Этот знак, честно, у нас в городе не видел ни разу. Покажите. Я знаю, но это предупреждение о светофорной. Совершенно верно, светофорное регулирование. Молодец, умница. Давай дальше. Ребята, не уступаем. Математику давайте. Математику. Профессор ложится спать в 8 часов вечера, будильник заводит на 9. Сколько спит профессор? Час. Один час. Совершенно такая, верно, да, умница. Да. Выбирай тему. Давайте с вами Казахстан. Вопрос по истории. Казахстан. Караванная дорога, соединяющая восток с западом, называется... Жибежала? Молодец, это хорошо, правильно. Правильно, надо нажимать на кнопку, мы засчитаем, хорошо. Но на будущее имейте в виду. Осетик, давай догоняй. Выбирайте. Кстати, музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас, а эта песня звучит, и Осет, я думаю, угадает сейчас. Давайте. Шадья. Back at Peace? Нет, неверно. Это Нелли Фуртадо. Нелли Фуртадо. Да. Совершенно верно. Вот борьба такая у нас. Это Нелли Фуртадо. Разворачивается в студии. Рушан, выбирайте тему. Это моя любимая песня. Как я могу сказать? Правила дорожного движения. Шадья, спокойствие, только спокойствие. А этот знак, что означает? Хорошо. Пешеход. Запрещено. Правильно? Движение пешехода. Молодец, браво. Выбирай. Слушай, ну ты сегодня прям лидируешь у нас, а? Ну давайте еще в педошколу ходишь. Да, биологию давайте. Да. Вопрос по биологии. Эта птица на своем длинном хвосте разносит новости по лесу. Ворон? Нет. Эта птица на своем длинном хвосте... А, сорока? Сорока, совершенно верно. Правильно. Молодец. Шадья? Шадья, выбирайте тему. Математику. Вопрос по математике. Сколько раз цифра 9 встречается в числах от 1 до 100? Хорошо. 20 раз. Совершенно верно. Молодец. 20 раз. Выбирай. Офигеть. Давайте еще музыку. Еще музыку. Хорошо, давайте музыку нам. Старый Купер! Давай, пацаны, шепчем. Пау, пау. Амоня. Да? Я знаю эту песню. Знаете? Ну, мы знаем. Пять девчонок какая-то еще. Да. Три девушки, совершенно верно. Да. Осет, ну попробуй ответить. Сейчас, там еще это есть. Так, ребятки, давайте. Быстренько. А? Ошибаюсь, но... Ошибаюсь, но... Совершенно верно! Это Spice Girls! Молодец, отлично! Давай дальше. Давайте математику. Вопрос по математике. Палку распилили на 12 частей. Сколько сделали распилов? 11. Совершенно верно, 11 распилов. Выбирай тему. Биология. Вопрос по биологии. Это членистоногое животное обычно пятится хвостом вперед. Это? Можно еще раз вопрос, извините? Можно. Это членистоногое животное обычно пятится хвостом вперед. Это из трех букв. Кто это? Жук. Нет. Пятится назад, а щуку в воду. А? Ну-ка, Осет. Из трех букв. Членистоногое. Рак. Молодец. Совершенно верно. Засчитываем. Итак, выбирайте тему. Шадья. Давайте флаги стран мира. Флаги стран мира. Вот, ты единственный человек, который сегодня решила действительно взять эту тему. Внимание на экран. Что это за флаг? Турция. Канада. Совершенно верно. Раушан ответила верно. Это Канада. Выбирайте тему. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Еще одну песню в студию. Пожалуйста, для Раушана, Сета и нашей третьей также участницы. Это Таркан Дуду. Таркан Дуду, молодец. Таркан Дуду. Поехали. Правила дорожного движения. Правила дорожного движения. Кстати, это последний вопрос, который мы будем вам сегодня задавать, и вы будете на него правильно отвечать. Итак.
Пожалуйста. Подача звуковых сигналов запрещена. Вот, у нас надо в городе возле домов почаще этих знаков вешать, да, чтобы не сигналили в ночное время или рано-рано утром в выходной день. Выбирай тему, кроме правила дорожного движения, эту тему мы закрываем. Хорошо, на сегодня. Ладно, выберем математику. В математике вопрос: можно ли при умножении чисел получить ноль? Ответ да или нет? Кто первый? Осет? Да. Молодец, засчитываем осету, потому что можно, оказывается, при умножении получить ноль. Математику закрываем на этом тоже, и осет, выбирай тему. Биология. Вопрос по биологии. Из какого злака делают манную крупу? Это? Ребята? Манная крупа. Пшеница. Совершенно верно, это пшеница, молодец. Выбирай тему. Шадия. История Казахстана. Вопрос по истории Казахстана. Кто был избран первым президентом Академии наук Казахстана, основатель казахской советской науки? Кстати, в честь этого человека названа одна из улиц в нашем городе. И имя ему? Каншапев. Как? Каншапев. Нет. Правильно, Каншапев. Я плохо расслышал, ну правильно, значит, да, просто четко надо было вам, осет, сказать. Он так быстро сказал, да? Да, я не расслышал четко, что вы произносили. Да. Выбирайте тему. Флаги стран. Флаги. Пожалуйста, еще один флаг, и это... 5-0. Какая боль? Аргентина. Аргентина, совершенно верно, Аргентина. Выбирайте тему, Раушан. Остается у нас еще чуть-чуть времени. Биологию. Вопрос по биологии. Итак. Латинское название этого растения содержит слово «плод зла». Это? Яблоко. Осет? Яблоко. Молодец, сосед. Вот сейчас ты четко сказал. Ну что ж, дорогие наши участники, сейчас настало самое интересное. Ну, не знаю, как для вас, для нас с Гульданой точно. Интересно. Мы начинаем считать ваши деньги. Хоть и говорят, нельзя считать чужие деньги, но мы еженедельно это делаем. Давай. Каждое воскресенье. Игровое шоу для всей семьи «Энергия удачи». Спасибо, что в воскресенье проводите время вместе с нами. За окном прекрасная погода, и поэтому пусть она радует нас все эти дни. И мы посчитали деньги, заработанные сегодняшними участниками 40-й школы. Итак, внимание. Шадия у нас заработала 3000 тенге. Молодец, браво. Осет у нас заработал 1500 тенге. Молодец, Осет. А Раушан у нас заработала 8000. А как насчет того, Раушан, если 8000 увеличим до 10, сейчас играет с нами только Раушан, если она согласится, а? Ну, все-таки на 2000 больше, а? В суперигру сыграем? Или заберем деньги? Давай сыграем. Нет. Нет? Забираешь деньги? Да. Все? Да. Точно или все-таки? Ладно, сыграем. Сыграем? Итак, супер игра. Я сейчас попрошу вместе с нашими участниками дозвониться телезрителю, который и выберет тему для Раушан. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Жанна. Жанночка, очень приятно. Итак, Жанночка, смотрите, у нас есть тема «История Казахстана», «Биология», потом «Флаги мира» и «Музыкальный вопрос». Какую из этих тем вы выбираете для участницы, которая может выиграть или не выиграет 10 тысяч тенге? История Казахстана. Вопрос по истории Казахстана. Итак, внимание. Кто из казахских ханов способствовал воссоединению казахских жузов? Кто из казахских ханов способствовал воссоединению казахских жузов? Время прошло ровно 1 минута. Можешь подумать? Знаешь? Не подсказываем. Не подсказываем. Ребята, не подсказываем. Буквально через несколько секунд, дорогие друзья, вас ждет также розыгрыш среди покупателей торгового дома «Энергия» на этой неделе. В любом случае, отрывной купон будет вытягивать наша сегодняшняя уже потенциальная победительница, которую зовут Раушан. Сейчас она думает, кто же из казахских ханов способствовал воссоединению казахских жузов? Это
тоже известный человек, и в честь него назван один из проспектов Актобе. Абылайхан. Подумайте. Абылхайрхан, извините. Молодец! 10 000! Ну, видишь, а еще я хотела 8 забрать и телезрителям подарить, а? Умница, мы поздравляем тебя, ребят. Вам хотим пожелать хорошо сдать единое национальное тестирование, выбрать свой правильный путь в дальнейшем. И, конечно, всех вам благ. А вас, Рушан, попросим остаться, потому что через несколько секунд розыгрыш среди покупателей торгового дома энергии этой недели. По воскресеньям мы разыгрываем хорошие призы среди покупателей торгового дома «Энергия». В нашем шарике вновь отрывные купоны. Сейчас девушки открывают наш барабан, и именно в него мы помещаем все-все... За неделю-то, что у нас все покупали. Приобретая покупали продукцию в торговом доме «Энергия» на сумму от 5 000 и больше, выше. Вы становитесь обладателем лотереи, которую мы проводим еженедельно в рамках программы «Энергия удачи». Становитесь богаче вместе с нами. Наш шар пуст, и мы вращаем лототрон. Пожалуйста, девушки, вращаем. Рушан, ну тяжелые вопросы были, как ты думаешь, сегодня? Были. Да? И по истории. По истории тяжелые, да, были? Ну, тем не менее, будешь знать, да, за что браться теперь. Да. Останавливаем наш барабан и вытягиваем только один купончик. Быстренько, быстренько перемешаем все. Давай, девочки, вот этот. Подожди, в нормальном положении. И победителем среди покупателей на этой неделе становится человек и клиент торгового дома «Энергия», чей купон имеет следующие цифры. 01-21-72. Дорогие друзья, на этом наше игровое шоу подходит к своему завершению. Увидимся ровно через неделю в 19:20 на телеканале Рика ТВ в нашей красно-белой студии. Гульдана, прости, и Рушан, я благодарю вас за то, что вы провели и розыгрыш, ну а вы провели со мной программу. До встречи в эфире на Рика ТВ. До свидания.